Путь до управления пенсионного фонда Центрального района не близкий. Более 500 метров от остановки маршрутки и около километра от троллейбуса. Инвалид первой группы Вадим Погорелов сегодня преодолел этот путь совершенно зря. Пришел за пенсией и не по адресу. Оказалось, теперь ему нужно идти в другое отделение. Я живу на проспекте Кирова, в центре города. Сюда добираться аж на отшиба. Сколько пешком идти? Мне на костылях инвалиду первой группы. После того, как крымчане все-таки добираются до офиса, их ждет следующее потрясение. На смену длинной дороги приходят огромные очереди. Мы могли бы как-то организовать получше, чтобы меньше была очередь. И вон люди со слезами ищут. Я сюда хожу с воскресенья. Никак не могу получить пенсию. Здесь, говорят, зачислили, а в банке пенсии нету. И никто не хочет разбираться. Вот я хожу туда-сюда, туда-сюда. Вот такова моя жизнь. Я думаю, что здесь некому работать. Если создается такая очередь, значит, работать некому. Если всего 3 человека принимают, а полгорода здесь стоит. Я не знаю, что это за ситуация. Я первый раз пришла. Первый раз пришла оформить пенсию. Документы на пенсию принесла. Стою 2 часа. В управлении утверждают, что прилагают все усилия для того, чтобы сократить очереди. Каждому посетителю выдают талон, открыли отдельное окно для предоставления информации. Талоны выдаются каждый день, выдаются на будущее. Те пенсионеры, которым нужно обратиться в первую очередь, естественно, проходят в первую очередь, потому что, чтобы они не теряли свои социальные выплаты, чтобы они не теряли свои деньги. Те, кто может подождать, с пониманием к нам относятся, подходят в свободное время, запишут заявление. В принципе, работа делается. Дайте нам, конечно, чуть-чуть времени для того, чтобы мы это все разрулили. В офисе достаточно стульев для того, чтобы хотя бы часть очереди могла посидеть. Но людям с ограниченными физическими возможностями таких условий недостаточно. Я участник боевых действий 74 года. Ну невозможно, ноги болят, я не могу стоять постоянно. У меня много болячек. Ну можно же очередь отдельно для инвалидов, для участников боевых действий. Утомительное ожидание своей очереди – не последнее потрясение для тех, кто решил оформить пенсию или забрать СНИЛС. Снова нужно отправляться в километровый путь до остановки. Хорошо, если не придется приходить снова. Глава Республики Крым Сергей Аксенов ровно неделю назад, 21 января, на заседании Совета министров распорядился о том, чтобы отделение поменяло место расположения для удобства граждан. С понедельника у вас уже Дмитрий Ульянов, еще никакой первой конной. Все здесь на месте, в старом отделении. Объявления во все газеты наши крымские. То есть все, что было, адрес, где выдают, условия. Нужны стулья, мебель, мы вам дадим. Даже мы с Авмином вам все предоставим, чтобы пожилых людей не заставлять стоять там на ногах там в очередях в этих сумасшедших. Сегодня на пресс-конференции в Симферополе начальник отделения Пенсионного фонда России по Республике Крым Людмила Кудрявцева пообещала переместить отделение в более доступное для крымчан место. Но когда это будет, неизвестно. Судя с ее слов, закон Российской Федерации мешает выполнить поручение Сергея Аксенова быстро. Есть 44-й закон ФЗ, который определяет механизмы проведения определенных закупок, а это закупка, потому что это сфера услуги. Мы арендуем помещение, поэтому мы должны соблюдать все законы, которые предписаны для служб органов власти, в том числе для пенсионного фонда. Когда разрешится этот вопрос, будет найдено здание, которое будет устраивать всех наших граждан. Вот мы, естественно, проведем так же самое разъяснительную работу, сообщим потом, где будем принимать данную категорию лиц, относящиеся к обслуживанию центрального района. А пока вопросы аренды будут решаться, пожилые симферопольцы вынуждены тратить огромное количество сил на нелегкую дорогу до отделения пенсионного фонда. Татьяна Хинкота, Иван Ковалев, служба новостей ИТВ.